Всем привет, с вами канал МД-519. Сегодня мы поговорим на такую тему. Хотел предупредить, что на моем канале будет перезапуск. Я буду снимать на новые темы. Летсплей больше лучше. Ну, в лучшем качестве, поэтому подписываемся на канал заранее, ставим пальцы вверх. И самое главное, хотел сказать, что каждый понедельник будет выход по летсплей играм. Android и на ПК. ПК игры такие как CS, Stalker, Minecraft. Да, вам не услышалось. Minecraft. В Майнкрафте я буду делать несколько, то есть и прохождение, и просто что-то строить, самые известные какие-то здания. То есть будет интересно. Подписывайся на канал, ставь пальцы вверх. Всем пока. Ну а пока жди новый. Сегодня воскресенье, 18 число. Сейчас ровно 15:36. Я записываю именно это видео на свою веб-камеру Dell Inspiron Mini 1020. Ждите завтрашнего дня в понедельник ровно в 12 дня. В 11. Да, возможно, в 11. Я начну записывать прямая трансляция КС и одновременно и выложу потом ролик. Первый ролик будет где-то серия занимать минут 10 по КСу. Да, и будет где-то несколько серий. А потом я еще выложу по играм Need for Speed на андроиде. Плюс пару обзоров сделаю. Каким приложением снимать видео и каким пользуюсь я, и плюс, ну да, как захватывать видео с экрана на телефоне, на андроиде. Все это завтра покажу прямо в прямом эфире в 11 ровно дня. Ждите. Подписываемся на канал заранее, ставим пальцы вверх, пишем комментарии. И если все будет спокойно, не будет холода, как сейчас на улице, прямо там холод реально, то я отсниму видео, я пойду прямо в школу и поспрашиваю летом где-то пацанов от 14, 15, 16, 17, вот такие до 9 класса. От 5 до 9 класса, что им нравится и что они вообще хотели бы смотреть на каналах. Всем удачи, пока. Пока-пока, с вами был канал МД-519. Всем удачи, до скорого, до завтра. И сейчас 15:38, и я заканчиваю уже свой видео ролик. 15:39. И завтра расскажу, почему я не пользуюсь монтажом. Все, пока.